наверное, не меньше волнуюсь выпускников. Почему? Потому что, на самом деле, вот провожать в путь, идти уже вот, искать работу, в добрый путь, это большая ответственная работа, так скажем. И я хотел бы поздравить всех выпускников с окончанием Международной академии бизнеса. Я хотел бы пожелать всем выпускникам найти хорошую работу, интересную, и работать на благо Казахстана. Учиться в Международной академии бизнеса – это довольно-таки престижный вуз, и теперь я думаю, что мой диплом будет работать на меня, а не я на диплом.
конечно, сегодня очень волнительный день. Мы рады и счастливы, что наши дети закончили Международную академию бизнеса. Это очень, с нашей точки зрения, престижный вуз. Наши дети получили прекрасное образование. Мы благодарны этому вузу. Я думаю, что он дал прекрасную путевку в жизнь нашим детям. Я бы осталась еще учиться в МАБе. Я как бы, ну и рада, что получаю диплом. И как бы у меня такое волнение, то, что я больше не вернусь в МАБ. Как бы такая студенческая жизнь закончена. Но я надеюсь, я приду к вам на MBA. Халықаралық бизнес академиясы ең мәртебесі жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. Үлкен рахмет. Но біздің түлектерімізге айтатыным, жолдар ақ болсын. Бүгін қолдарына біздің МАБ-тың дипломын, біздің академияның дипломын алып жатыр. Бұл диплом бұлардың келешектеріне кепіл, келешектері зор болсын, мұқты азамат болып өссін. Бұдан бұлай біздің жаңа академиямыздың тарихында тек қана бұлай студент ретінде емес, келешекте белгілі кәсіпкерлер болсын, белгілі бизнесмендер, менеджерлер болып, біздің тарихымызға ене берсін.